В нашей группе есть активные студенты. Они много говорят по-русски. Я думаю, они умные ребята. Даже преподаватель часто говорит им: «Шабир, ты профессор Кислыши. Вайс, и ты профессор Кислыши». Я тоже много занимаюсь. Преподаватель хвалит меня. Но она никогда не говорила мне, что я профессор Кислыши. Почему? Интересно. Расента тоже профессор кислых щей. Профессор кислых щей – это эксперт-самозванец. Так можно сказать о самоуверенном, но глупом человеке. Не стоит унывать, если я не называю вас так. Профессор, конечно, звание высокое, но специализирующийся на супах – это не для вас. Да и других студентов я называю так только шутя, по любви, как отец называл Дениску в известном рассказе Драгунского. Что же это за щи? И при чем здесь профессор? Современный школьник подумает о не совсем свежем супе, но это не так. Изначально на Руси это был напиток. У них орехи продают, да кислые щи в театре пьют. Напиток сильно газированный, популярный, варился даже на ананасах, выращиваемых в оранжереях. Технология приготовления напитка была очень сложной, требовала строгого соблюдения каждого этапа, поэтому мастера в этом деле ценились. На основе напитка готовили и суп с тем же названием. Время шло, напиток забылся, а выражение приобрело насмешливый характер. На моем языке, сингалийском, эта фраза звучит «Махаданамута».